بعد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول Не бьется, не ломается, а только кувыркается. Не бьется, не Здравия желаю, ваше превосходительство. Сиди, кувыркается. Не бьется, не ломается. Кебаб. Подавись ты свои котлеты. Кувыркается. Не бьется, не ломается. Не бьется, не ломается. Халиминдан, Халиминдан, сатирим, айда алан йопма. Висят ясно. Главное, не ломается, только кувыркается. Висят ясно. Минтан, Сулейниман. Сулейниман, сатирим. 50 пиастра. Мадам, купите красного комиссара для увеселения ваших детишек. Ангелочков. Не бьется, не ломается. Любящая мать. Пуркуа. Не пуркуа. Антре пур анфан. Анфан. Bunun fiyatı ne? Kaç para bu? Пожалуйста. Yo yo istemiyorum. Combien? Şinkan piyastır madam, şinkan. Çok pahalı bu, madam. İstemiyorum. Madam, karan, madam, karan. Ну, хорошо. Ну, 40 тебе, там 40. Ну, как отдать? Ну, хорошо, тебе 30. Ну, мадам, ну и детишки, ну, сволочь, ну, они же любят игрушки. Ну, хорошо, 20, мадам. Ну, возьми, мам. Чтоб ты пропала! У тебя и детей-то никогда не было! Генди, Генди! Ступай в гарем! Йох, я говорю! Сволочной город. Йох, пора! Мария Константиновна. Что, Григорий? Добрый положенный, сэр. Мерси, муж. Тут такое дельце. Нельзя сегодня в кредитные начары. Помилуйте, Григорий Лукьянович, я не могу. Но я же не жулик какой-то. И не фармазон константинопольский. Да и не какой-то неизвестный вам человек. Прего чинко, прияничари. Пожалуйста. Ну, кажется, можно бы поверить генералу. Ну так-то, ну так. Григорий Лукьянович, спросите сами Артура Артурчи. Артур! В чем дело? Кому я понадобился? Чем могу? Видите ли, тут... Такое дельце. Нет. Но это уже хамство, Артур Артурович. Так ведь я же знаю, что вы скажете. Ну, интересно, что? Черт! Интересно, что? Гораздо интереснее, что я вам скажу. Взят. Интересно, что? В кредит никому. Вот сволочь. Два карты на автоянничар. Ух, город.
Каких я только городов не перевидал, но такого... Какие вы видели города, Григорий Лукьянович? Да, Господи! А Харьков? А Ростов? Give me one on the button, please. А Киев? Вот так лавра пылает в горах. На Днепре чертарой сеном пахнет. И помню, какой славный был бой под Киевом. Прелестный был бой. Тепло было, солнышко, тепло, а не жарко. Артур! Что вы так кричите? Смотрю я на тебя, Артур, и восхищаюсь. Вот ты уже во фраке. Не человек ты, а игра природы. Тараканий царь. Ну и везет тебе. Артур Артурович, я решил ликвидировать свое предприятие. 50. Да ты что, насмешки строишь? Я штуку продаю по 50. Ну и продолжай. Вы что же, и впредь намерены кровопийствовать? Я вам не навязываюсь. Купи газури. Серебряные. Газури вместе с ящиком 2 лиры 50. А, бери. Give me 2 on buttons, please. Now you can have the change. Pardon, генерал. 2 sur Janissaire. Дайте на 2 лиры 50 на иначара. Тикет у Шадрюцин. Сенсация в Константинополе. С дозволения полиции. Месье Дам. Бега открыты. Невиданный нигде в мире. Русская придворная игра. Тараканьи бега. Курс де кафар. Корсо дель пиателло. Рейс оф кокчес. Любимая игра покойной императрицы в царском селе. Прошу, месье, прошу, дам. Ну-ка. Осторожно. Ай, вай, дьяволо. Внимание. Ахтунг. Attention, attention. Мадам, месье. Тараканы живут в опечатанном ящике под наблюдением профессора энтомологии Казанского императорского университета, чудом спасшегося от рук большевиков, с ассистентом. Первый заезд на помост вызывается номер 1, жемчужина Востока. Номер 2, Баба Яга. Номер 3, серый в яблоках таракан, фаворит Янычар! Янычар! Номер 4, не плачь, дитя, 5 и 6, пуговицы хулиган! Итак, к началу! Vas-y.
огонь! Вызываются те же участники! Начинай, профессор. Янычар! Янычар повернул обратно! Ну, смотрите, он ползет обратно! Баба-яга! Баба-яга! Янычар, ну что ты делаешь? Да пугайте! Янычар, баба-яга! Что ты делаешь, ты убьешь его? Янычар! Янычар! Давай, Янычар, голубчик, давай! Янычар, спаси! Быть не может. Артурка, пивом напоил Янычара. Громче музыку. Боцман, где вы видели пьяного таракана? Я вас спрашиваю. Вон, смотрите, Янычар треска голбас. Внимание, Янычар. Он как сиганул мне прикасаться. Мое заведение с разрешением полиции. Убить Артурку мало. Сеньоры, джентльмены, полиция! Ходы! На помощь! Ваше превосходительство! Янычара! Янычара, не задавите! Беги, Янычар! Беги! Отдам! Козыри! Отдам! Потом! Уйдите вы! Полиция! На помощь! На помощь! Je vous demande un peu où est-ce que vous allez vous encafarsul? Где вы видели пьяного таракана? Где вы видели? Je vous demande un peu où est-ce que... И теперь! Ах, развелось вас тут! И ты, лысый, туда же! Что вы делаете, олухи, канавьи? А я вас заверяю, что Янычар трес, а калмаз, как ты, мясо! Господа, офицеры, это недоразумение. Я жертва. Частый момент. Я. Возьмите их, негодяи. Быстро. Сволочи. Мое заведение самое лучшее в Константинополе. Именно. В лазарет, Марк Константин. Да. В лазарет. Что, брат Янычар, труба нам с тобой, крышка. А какой прелестный был бой. Я тогда белую бурку выиграл в винт. Белую. Белую-белую, как снег. Прелестный был бой, брат Янычар. Здравия желаю. Не узнаете меня? Нет? Простите. Я тихий. Чуть не повесил вас в Крыму. Припоминаете? А, как вы невнимательны к людям. Я униженно прошу 10 минут конфиденциальной беседы ввиду старого знакомства. Короче, я отбываю в Париж. Я вас не задержу, ваше превосходительство.
Я вас слушаю. Буду краток. В перспективе богадельни обидно. У меня принцип, в долг никому. И прошу, не в видах гордости, но знаю, с кем имею дело. Садись. Благодарю вас. Хочу работать. Простите, но вы мне не нужны. Нужен? Нет, не нужны. Нужен, нужен. Позвольте пояснить. Ну и проделана гигантская работа по выяснению политической картины среди эмиграции. Собран материал о многих людях, могущих представить интерес. Простите, а при чем здесь я? Меня это немало не интересует. Но собранные данные мною обработаны в части направления умов, а также особенностей свойств характеров и занесены в особые ведомости. Это даст известные гарантии не совершить ошибки при использовании человека. Что ж, это остроумно, но при чем же здесь я? Политика меня не интересует. Да, однако, ради любопытства, позвольте зачитать. Ну что ж, разве что ради любопытства. Ради любопытства. Вот, к примеру, так, читаем. Чернота, Григорий Лукьянович. Ну, за недостатком времени, чтобы не утомить, я буду читать выборочно. Вот, к примеру, графа Достоинства, помещик. В 1918 году потерял усадьбу и конный завод в Чернигове. Воевал. Теоретически здоров, хитер, храбр, удачлив в карты. Всего 107 достоинств. Так, вот графа недостатки. Пьет, вспыльчив, прямолинеен, хитер, храбр. Позвольте, позвольте, вы только что перечислили эти свойства как достоинства. Так точно. Хитер и храбр – это и достоинства, и недостатки, в зависимости от ситуации. Позвольте продолжить, да? Благодарю вас за развлечение и больше не задерживаю. Виноват, не уложился. Настоятельно прошу, еще 3 минуты. Вот папка. На обложке написано «Корзухин Парамон Ильич». Я? Так точно. Извините, ваше превосходительство. Ну что ж, любопытно. Так, биографию позвольте пропустить. Надеюсь, вы ее знаете. Да, ее знаю. Вот любопытный пункт. Политические убеждения. Написано «Политикой не интересуется». Пардон. Ну что ж, это общеизвестно. Не надо быть особенно прозорливым, чтобы... Да, так точно. Однако у меня в этом пункте имеется сноска. Что? Сноска. О, сноска. Так точно. Вот она. Связан с организациями, ставящими целью реставрацию свергнутого строя в России. За последний месяц имел 7 неофициальных встреч с заинтересованными лицами. Это я? Так точно, вы. Через подставных лиц финансирует газету на русском языке. Весьма... Хватит. Слушаюсь. Что вы умеете делать? Все. Стрелять, варить халву, подковать жеребца, вскрыть сейф, подделать документы, принять роды, написать статью, петь в хоре. Теноры поют. Вечерний звон. Мы поем бум-бум. Они. Вечерний звон. Мы поем бум-бум. Так много дум наводит он. Бум-бум. А я у меня в краю. Бум-бум. Достаточно? Слушайте. Вы меня растрогали. Как ваше имя, отчество? Просто Тихий. Вы умный человек, господин Тихий. Я подумаю, что для вас сделать. Мне нужны преданные люди. Попомните, преданные. Позвольте вопрос, ваше превосходительство. Прошу. Вы сомневаетесь в том, что я бы вас повесил в случае соответствующего приказа? Нисколько. В этом я убедился. Ваше превосходительство. Ешьте, ешьте. Благодарю вас.
Вы слышали? Так точно. Дайте мне его дело. Тихо. Вдовец. Плоскостопие. Виноват. Мы знакомы по Севастополю. Приглядитесь, я тихий. Узнаете? Ну, вот и хорошо. Разрешите присесть? Смотрите-ка, совсем ненужные преждевременные морщинки. Сочувствие, понимаю. Потерять все нелегко, но готов помочь. Поясню недвусмысленно суть предложения. Я вам даю денег. Ну, естественно, вопрос, что взамен. Отвечаю, ничего. Клочок бумаги, расписка. Возможно, в неопределенном будущем некоторые мелкие услуги, подчеркиваю, чисто делового характера. Оцените перспективу. Вы соглашаетесь. Вариант первый. Соглашаетесь. И получаете все составные части человеческого существования. Устрицы, сыр, шабли, цветочный одеколон, платье электрик, рестораны с хорошей услугой, здоровый желудок, любовь по собственному усмотрению. Вариант второй. Вы отказываетесь. Ну, что будет? Уже упомянутые мной морщины, ускоренное старение организма, только чудо может спасти от института проституции. Предложение остается в силе. Здравия желаю, ваше превосходительство. Здравствуй, сволочь. Удивлен вашим крайним обхождением. Хотя мое предложение распространяется также и на вас. Подумайте, я ведь не тороплю. А чего ж думать? Аккуратно! Я официально лицо, я уполномочен Лиги борьбы! Осторожней, лестница! Черт, чуть не утоп! Здравия желаю, ваше превосходительство. Здравствуй, Люсенька. Чего же так рано? Я бы на вашем месте прошлялась бы до ночи. Тем более, что дома скучно. Ни провизии, ни денег. Пожалуйте деньги. Люсенька, произошла катастрофа. Где газыри? Я их продал. То есть хотел продать. Хотел продать, положил в ящик. А ящик оставил на Гранд-базаре. И... Украли? Да. Тогда вот что. Ты знаешь, Гриша, кто ты таков? Кто? Последний подлец. Как тебе не стыдно? Не стыдно. Как тебе не стыдно? Не стыдно, потому что ящик был куплен на мои деньги.
Ты мне жена, и у нас общие деньги. У мужа от торговли чертями, а у жены от торговли совсем другими вещами. Что ты сказала? Брось валять дурака. На прошлой неделе я с французом псалмы ездила петь. Кто-нибудь спросил, откуда у меня эти 5 лир? Мы на эти деньги неделю жили, и ты, и я, и Серафима. Люся. Подслушивать тебе как будто не к лицу, Серафима Владимировна. Ты не беспокойся, Люся. Я отработаю. Пожалуйста, без благородства. Завтра хозяин турнет нас из гостиницы. Жрать нечего, все продано. Это он довел меня. Ну, отвечай, проиграл? Проиграл. Эх, ты... Ты пойми мое положение, но не могу я торговать чертями. Я воевал. Ты была с французом, а? Врешь. Да поди ты от меня к черту. Ты моим словам не обижайся. А не, я уже сидеть не буду, у меня принципов нету. Я за чужой счет питаться не буду. Брось. Он револьвер продаст. Ну, нет. Штаны продам. Все продам. А, только не револьвер. Я без револьвера не могу. Он тебе голову заменяет. Ну и питайся на женский счет. Люська, ты меня не искушай. Вот только тронь меня пальцем, отравлю ночью. Что ты там затеваешь? Ждите меня. Только, пожалуйста, без драки. Сима. Сима! Сима! Симка, куда ты вернись? Серафима! Сима! Серафима, вернись! Симка! Угнусный город! У хлопы! У Босфор! А ты... Ненавижу я тебя, и себя, и всех иммигрантов, изгои чертовы, ненавижу. Молчи. Все. Выпила я свою константинопольскую чашу. Довольна. Прощайте, Григорий Лукьянович. Совместная наша жизнь кончена. Желаю вам всего хорошего. Куда ты? Париж. Париж. Пошел вон! Брак!
А мне куда податься? Мадрид, что ли? Испанский город не бывал. Но пари могу держать, что дыра. Проклятый город! Спасибо, генерал. Ne o? Anlamıyorum. Ne? Öde hiç. Ну, я генерал, я жрать хочу, ну подайте. Kendisine be adam sende. Перестань, перестань душу тянуть! Приват-доцент. Ну, здорово. Здравствуй. Постарел ты. А мы думали, ты там остался. Где ж ты пропадал? Полгода в лагерях, потом тифом болел, а теперь вот по Константинополю. Григорий Лукьянович, я вас ищу. Помните, из Крыма с вами уезжал Серафим Владимиром? Да-да. Она была больна. Что, умерла? Нет, нет, она поправилась, живехонько. Тут она. Яна. Тут недалеко, скоро придет. На Перу она пошла. Куда? Мужчину ловить, на Перу. Ну, чего ты выпятился, доцент? Подыхаем из голоду. Добегали Сереж до ручки. Вот сегодня не выдержала, пошла на Перу. Как же так? Первый раз пошла. А меня чего-то в Мадрид кидает. Снился мне всю ночь.
Мадрид. Ты куда, доцент? Обожди, Сережа, обожди, приват. Пардон. Нашел. Где? Вы сюда. Быстрей. Стой. Что? Держись. Да. Здравствуйте, Сергей Павлович. Здравствуйте, профессор. Идем. Сейчас. Будьте любезны, постерегите эту вещь. Идем, быстрее. Заколоть Кирьяму. Здравствуйте. Клеви, Григор. Паме, паме. Здрасте, параколо, здрасте. Параколо. Быстрее, доцент, быстрее. Что такое, что? Ларски! Вы не видели, здесь двое. Да пошла вы... ты! Туда, наверх. Быстрее, быстрее, ну. Здесь заперт, ну-ка, доцент, пусти. Григорий Лукьянович, позвольте, я познакомлю вас. О, Серо, Серо, Поли. Мило, очень мило. Вон отсюда. Я попал в Мухоловке. Убирайся. В Мухоловке, в притон. Возьми, возьми кошелек. Парто ролойму. Ола парта. Займаксис пересотру. У меня жена, дети, магазин. Убирайся. Забирай свои покупки. Убирайся, вон. Та лифтам уйдется. Та лифтам уйдется. Господин грек. Ой, Стамбул! Стамбул, Стамбул! Густо герон! Виолос на сапай! Февго, февго! Ассих ты! Я и бежал, и плыл, только чтобы найти тебя. Был в больнице, голова моя была обрита.
что ты здесь делаешь? Кто дал вам право упрекать меня? Я люблю тебя. Азеров. Форева. Пойдем, доцент. Благодарю вас, Александр Николаевич. Домой пора. Пора? Не надо. Да. Ну, всего доброго. Спасибо. До свидания. Возьмите чебуреки. Благодарю вас. Прощайте. Eskiler! Gelmezler, gelmezler! Gelmezler, gelmezler! Dur hanım şunu al! Kırdaki beller obaya, hemen ну, здравствуй, Хлудов. Здравствуй, Григорий Лукьяныч. Ты, вижу, теперь человек штатской, вроде меня. Ну что, нынче опять безрезультатно? Нет. Сегодня нашел. Нашел. Вуда, у меня к тебе просьба. Только ты теперь можешь мне помочь. Найди ее. Где? Не знаю. Где хочешь. Здесь, в городе, найди. Накорми и не отпускай, пока я не вернусь. А ты? Я пойду в Париж и найду Корзухина. Он должен ей помочь. Это он погубил ее. Только не отпускай. От меня не уйдет. Недаром говорил один вестовой. Мимо тебя не проскочишь. Помяни, Господи. На. Продашь в случае крайности. Поеду-ка и я с тобой. Куда-то ехать.
Ехать надо. Думал, Мадрид, да... Париж вроде как-то пристойнее. Пора. Париж так Париж. Алей, алей, ватон. Чего? Ватон, Гоша. Пойдем. Я тебе дам. Пойдем, это бог с вами. Ну что? Батан, Егорь Лукьянович, пойдем. Развелось вас тут. Так, так. Давай на тачанки. Добрым утром, господа нищие. Как говорится, бонсуар. Бонжур. Бонжур. Позвольте представиться, генерал-майор Чернота. Пардон. А? Бонжур. Салют. Видите ли, какое дельце? Не одолжите ли штаны взаимообразно? Ну, глупо, Qu'est-ce переведи. Il voudrait emprunter votre pantalon. Ты pas cinglé, non? Alors. Пойдем. Пойдем. Этого следовало ожидать. Ну что же, попытаем счастье в Дезебелье. Желаю вам хорошей милости, господа нищие! Я еще вернусь! Ночью будет еще один пароход из Марселя. Я вас разбужу. Долго мы будем ходить так? Это бессмысленно. Они не вернутся. Я вас разбужу. Хорошо. До свидания. До свидания. Отпустите меня. Я не могу больше здесь. Пожалуйста. Я измучилась. Я не сплю. Я вас боюсь. Я ненавижу вас.
Отпустите меня. Я продал перстень. Деньги есть. Я приглашаю вас. Конная группа казаков Сигитов под руководством Саула Голованова. Исаул Голован. Исаул! Я ваше превосходительство! Крапилина ко мне. Что с вами, Роман Валерьянович? Крапилина. Слушаюсь. Вы что, ваше превосходительство? Белины объелись, а? Пожалуйста. Да. Все вокруг меня, я примирился. Одно мне непонятно, ты. Как отлепился ты от длинной цепи мешков и фонарей? Как ушел от вечного покоя? Ведь вас было много, ты был не один. Помяни. Скажи что-нибудь, солдат. Не молчи. А потом что было? Просто мгла, ничто, зной. А ты ловец, в какую даль за мной проник. И вот поймал меня мешок. Опять?
чем вы говорите? Ни с кем. Просто у меня есть манера бормотать во сне. Я спал. Исаул! Это Роман Валерьянович. Пожалуйста. Снова безобразничаешь. Ваше превосходительство. Жизнь мою попортил. Теперь представление портишь. Не унимаешься? Молчать! Не подходи, ваше превосходительство. Зарублю. Взять его! Унести! Ваше превосходительство! Ай-яй-яй! Срам грязит генеральское звание. Отечество взывает о спасении. Слушайте, там, ваше превосходительство. Спокойно, господа. Садитесь. Слушай, дай штаны. Как же я? Да, действительно. Иди, я подожду. Ансуа! Ничего не поняли, Антуан. Так точно, Парамон Ильич, не понял. Как так точно по-французски? Не могу знать, Парамон Ильич. Да вы лентяй, Антуан. Что вы делаете в настоящую минуту? Жоп. Же, Антуан, же. Je. 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 Ножите еще, Парамон Ильич. Как ножи по-французски? Le. Couteau? Правильно. Учитесь, Антуан, учитесь. Принять. Я дома. Есть. Господин Голубков! Чем могу быть полезен? Вы не узнаете меня. Мы с вами встречались год назад в Крыму, на станции, когда схватили вашу жену. Серафима Владимировна теперь в Константинополе. Она на краю гибели. На краю чего? Простите, во-первых, у меня нет никакой жены. Да и станции я не припоминаю. Вы не помните мороз во время взятия Крыма? К сожалению, не помню.
Вы изволите ошибаться. Вы Корзухин. Вы были в Крыму, я вас узнал. Действительно, я некоторое время проживал в Крыму, когда там бушевали эти полоумные генералы. Но видите ли, я же тогда же уехал из России, и никаких связей с ней не имею, иметь не намерен. И должен вам сказать, что в моем доме проживает в качестве секретаря русская эмигрантка. Это существо настолько тронуло мое сердце, что я намерен вскоре на ней жениться, и поэтому всяческие разговоры о какой-то якобы имеющейся у меня жене мне неприятны. Я понял, она вам мешает. Что ж, очень хорошо. Пусть она вам не жена, так даже лучше. Но надо вырвать ее из нищеты. Ну, дайте мне взаймы $1000. Я вам свято верну. Я отработаю, я поставлю это целью жизни. Я так и предполагал, что разговор о мифической жене приведет именно к доллару. 1000 я не ослышался? 1000. Скажите, я похож на сумасшедшего? Нет. Скорее, я похож на сумасшедшего. В таком случае, господин Голубков, я думаю, что вы не будете настаивать на том, чтобы я отдал незнакомому человеку целую $1000. Нет, я не буду настаивать. Но я хочу вам сказать, что вы самый страшный человек, какого я когда-либо встречал. Прощайте. Генераль Чернота! Парамоша, родной, Парамоша. Парамон, дорогой. Здорово. Парамоша. Мы разве встречались? Да ты что, Парамон? Грезишь? А Севастополь? Да-да, как же. Парамон. На брудершафт мы пили? Так в школе встречались, так, наверное, пили. Простите, вы, кажется, в кальсонах? А почему это тебя так удивляет? Я, кажется, не женщина. Кое-то вид одежды не присвоен. Так вы что же, так и по Парижу шел? Да нет, по Парижу шел в штанах, а в переднюю у тебя снял. Ну что за дурацкий вопрос, Парамон? Ну что с тобой, Парамоша? Что? Твои соотечественники, которые за тебя же боролись с большевиками, стоят перед тобой, а ты им отказываешь в пустяковой сумме. Да ты представляешь, что в Константинополе Серафима голодает. Я полагаю, эта тема исчерпана. Ну, Парамон. Я грешный человек, нарочно бы записался к большевикам, чтобы тебя расстрелять. Расстрелял бы и мгновенно обратно выписался. Постой. Что это такое? Карты? Ты что, играешь в карты? Да, представь. В девятку я очень люблю. Ну так сыграй со мной. Я, видите ли, люблю играть на наличные. Голубков, иди сюда. Дай мне хлопковский медальон. На, я ухожу. Да никуда ты не уйдешь, я тебя не отпущу. Ложись на диван, спи.
вещь. Ну что же, $10. Ну, однако, Парамон, эта вещь стоит гораздо больше. Ну, я вижу, ты в этом ничего не понимаешь. Ладно, пошло. Ну-с. На сколько? На эти $10. Девятка. Прошу на квит. Еще? Да. Томбле? Парамон. Еще раз на квит. Еще раз. Еще карточка? Да. 7. Но... 8. В таком случае еще раз на квит. Еще. Как зовут твоего раба? Антуан. Антон! Антон, принеси, голубчик, что-нибудь и закусить. Карточку. Еще. Так, простите, на сколько? Здесь на квит. 160. Пошло. Вновь Домбле. Что Домбле? А, Домбле. Попрошу наличными. Григорий Лукьянович, бросьте это. Брось теперь же. Ну, опомнись, слышь, уйдем отсюда. Ты азарт, уйдем ты теперь. Парамоша. Вот что тебя губит. 7. 7,5. Нет, шучу. 8. Пошло. Еще? Ну, так, шаган. Мое. Как твое? Ну, так, мое. Тянутся тучи, вьются тучи, невидимка луна. Освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Сил уж нет, кружится боли, колокольчик вдруг умолк. Кони стали, что там в поле, кто их знает, пень или волк. Пень или волк. Душно. Прости, прости. Так, все. Ну, Парамоша, вот это моя. Парамоша, у тебя нет газеты? Завернуть, а жалко, в кальсонах нет этого кармана, а? Нет газеты. Нет газеты. Отдай мне наличные, я тебе выпишу чек. Да? Парамоша. Газеты нет. Парамоша, ты что? Нет газеты. Разве в каком-нибудь банке выдадут... Газеты? Нет. 20 000 человеку, который пришел без штанов. Нет газеты. Нет уж, спасибо. Нет, нет. Значит, нет газеты, Парамош. Нет, отстань. Нет. Нет. А, странно, а? Я выиграл столько денег. О чем мне так грустно? Голубков? Где Голубков? Он там. Где? Там. А.
Губков. Парамоша, веди себя прилично. Приват-доцент. Чернота. А чего мне так грустно? Выкупи. Выкупи у него медальон. Вот. Выкупи, мы должны вернуть. $300. Ага. Держи. А теперь уйдем. Ради бога, скорее уйдем отсюда, слышишь? Парамоша, мы засиделись у тебя, мы уходим. Уходим сейчас, Парамоша. Все. Ну нет. Пора. Все. Нет. Все. Я больной. У меня жар. Воспользуйтесь тем, что у меня жар в груди. Жар у меня. Подожди, Парамоша. Отдай деньги. Отдай деньги. Да ты что, Парамоша? Отдай деньги, я вам даю по $500 отступного. Да что ты, ласковый ты мой. Ну не серди ты меня, ну не порть такой прекрасный вечер. Чернота, ради бога, уйдем отсюда. Пойдем. Все, Парамоша. Я звоню полицию. Вы меня грабили, отравили, а порвать... Ну, Парамоша, молись своей парижской Богоматери. Антуан, кому? Перестань дразнить собаку, ты мешаешь мне спать. Ты не в полку, Антуан. Боже мой. Недаром я видела тараканов во сне. Познакомимся, господа. Генерал Чернота. Ну-с, господа, в чем недоразумение? Он выиграл у меня деньги. Я хочу, чтобы он вернул их. Нет, это невозможно. Как его? Но проиграл не маленький, ничего не поделаешь. Господа, деньги принадлежат вам. И никаких недоразумений быть не может. Иди, мой мальчик, усни. У тебя под глазами тени. Тень? И тень. А, тень. Парамон, жди. Парамошка,
Bon matin, мадам. Не bon matin, а revoir. Один черт. Адьё. Пошли, Глуков. Не туда, туда. Тут окно. Уходите живо. Прощай, Люська. Чернота, купи себе штаны. Мерзавцы! Ваш хозяин грабит, а вы? Виноват ваш превосходительство. Я полагал, что у вас конфиденс с генералом совещания Лиги за спасение Отечества. Болваны, уволю дармоедов. Перекрыть двери. Не выпускайте. Слушаюсь. Добрый день, господа нищие. Это я, генерал Чернота. Лакей, разливай. Пусти. Вы мне все симпатичны. Пойдем. Господа, я бы с удовольствием всем подарил теплые штаны с лампасами. Мы опад... Но вы в этом паршивом городишке их нет. Оставь это, пойдем. Молчи, приват. Мне грустно. Вы мне симпатичны, господа. Мне сегодня подали гигантскую милость, но я богат. Но мне от чего-то грустно. Мне никогда не было так грустно. Даже когда меня расстреливали. Дело не в штанах. Куда ты? Подождите. Поднимите. Ну, подождите. Когда вас поведут в рай, я буду сидеть там у ворот, и передо мной будет лежать шляпа. Я буду сидеть там 1000 лет и просить, и никто не подаст, никто, даже самый добрый из нас, Бог. При желании можно выклинчить все. Деньги, славу, власть. Но только не Родину, господа. Слушай, особенно такую, как моя. Пора, нам пора. Подожди. Россия не вмещается. Не вмещается в шляпу, господа нищие. Поднимайся. Подожди. Не вмещается в шляпу. Прощайте, господа. Пойдем. До встречи. Идем. В раю. Лакей, обслуживай до утра. Ты пьян. Пусти. До встречи в раю. الصلاة
нету хайру. Надоело, что мы собрались, казаки! Одумайтесь! Большевики вас пушками встретят! Живьем землю закопают! Нечего на брюхе уползать! Нам силой вернуться надо! На коне под колокольный звон! Гудя, надоело чужих хлопов кормить! А ты заткнись! Заткнись! Встречаем, встречаем. Напрасно все это. Не вернутся они. Казаков отпустили. Я говорю, казаков отпустили домой, в Россию. По чужой постели! Собирай сундучки, иди! Довольно языком чесать! Язык-то без костей! Ну вот и все. Сегодня не встретили. Братцы! Домой надо ехать! В Россию подаваться! Правильно! Право говорит! Там землю мужикам дали! Землю пахать пора! Самое время! Хватит! Навоевались! Домой пора! Сергей Павлович! Ну что же вы молчите? Здравствуй, Сима. Здравствуй, Серафим. Ну, все в порядке. Любишь ее. Искренний человек. Теперь прощайте. Куда это, смей спросить? Будет пароход. Я поеду с ним в Россию. Поедем со мной, Чернота. Что? Ответ едешь держать. Но так знай, Роман, что проживешь ты ровно столько, чтобы довести тебя от парохода до ближайшей стенки. Да и то под строжайшим караулом, что по дороге не разорвали. Большую, брат, память ты по себе оставил. Ну, а попутно с тобой и меня, раба Божьего, поведут. За мной тоже много чего есть. Хотя фонарей в тылу у меня нет. Ты будешь тосковать, Чернота. Эх, Лунов, я давно уж тоскую. От смерти я не бегал, но и специально на смерть не поеду. Прощай. Прощай. Пойдем, извозчик ждать не будет. Ступай. Пошел. Пути наши разошлись. Судьба нас развязала. Кто в петлю, кто в
Питер. А я куда? Кто я теперь? Я вечный жид теперь. Я Гасфер, летучий я голландец. Черт я, собачий. Прошу месье, прошу дам, любимая забава покойной императрицы в царском селе. Ну, здравствуй вновь, тараканий царь Артур. Шляпу. Бери шляпу! На все заезды янычара. Сенсация! Сенсация! На фаворита поставлено состояние! Не упускайте шанс, месье! Ловите фортуну, мадам, теперь или никогда! Янычара нет с нами, ваш превосходительство скончался. Работает внук, Янычар третий. Способнейший мальчуган. Не таракан, лев, орловский рысак. Прикажете начинать? Слушаюсь. Внимание! Ахтунг! На первой дорожке фаворит внук Янычара, профессор Гон! Вот здесь мы жили. Тут Хлудов, а там я. Теперь это ваша комната. Вы теперь никуда больше не поедете. Я вас не отпущу. Располагайтесь. Да-да, благодарю. Серафима Владимировна. Да, Сергей Павлович. Я приехал для того, чтобы проститься с вами. Вы слышите меня? Да, Сергей Павлович. Я уезжаю в Россию. Прощайте. Я не сумею объяснить вам. Иногда мне снится, что я еще жив, что я там, в России. Вихрь огромных событий, надежд. Я веру, истина моя там. Вы меня слышите? Да, Сергей Павлович. А здесь меня нет. Да никогда не было, я остался там. Теперь я просто возвращаюсь к себе. Вы меня слышите? Да. Прощайте. Прощайте. Простите меня.
أشهد أن لا إله إلا الله. Проходи ты! Топай, топай! Сергей Палыч! Сережа! Забыл. Что? Лицо. Какое лицо? Мальчишка в Севастополе в последний день бегства на мостовой. Все смешалось, спуталось, ушло куда-то, его помню. Только вот лицо забыл. Боже мой. Что это было, Сережа, за эти полтора года? Сны? Объясни мне, куда, зачем мы бежали? Фонари на перронах, черные мешки, потом зной. Я хочу опять на Литейной, я хочу опять увидеть снег. Я хочу все забыть, как будто ничего не было. А ничего и не было. Это все приснилось. Мы доберемся. Снова пойдет снег, и наши следы заметет. Пора.